Здравствуйте, уважаемые подписчики интернет-телеканала Варю 77. Меня зовут Дани Башкатов. Сегодня, 20 апреля 2019 года, и в эфире рубрика «Обзоры автомобильных и других журналов». Сегодня в обзоре журнал «Популярная механика» за сентябрь 2012 года. Общий номер журнала вообще 119. Здесь все про астероиды, про футбольные поля, кровавые жатвы, всемогущие конструкты, ну, в общем, все, что покажем. Приятного просмотра. Реклама Audi A6, как в журнале «За рулем». Стоил Audi A6 в 2012 году от 1 720 000 рублей, но сейчас не про автомобили говорится, от редактора. Это, конечно, говорится про материалы номера журнала «Популярная механика». Сергей Апресов, главный редактор журнала «Популярная механика». Ультрастильный ультрабук на Intel. Читайте в номере за сентябрь 2012 года. Это про футбольное поле, эволюцию, землетрясение, закатываю звук и так далее. Держись избранного пути. Это реклама Toyota Highlander от 1 690 000 рублей. Еще содержание добавилось. Итак, все про небесный молот, все остальное. Ну, про рукотворную природу Криса Фича. Реклама часов от компании, как называется? Я не могу вообще читать такое название. Вот, реклама Peugeot 408. Большой седан для большой страны. Но письма читателей, говорится, про золото и инстинкт выживания. Вот. За каждый правильный ответ, за каждое письмо читателей дарит дезодорант Рексона. Реклама Renault Megane. Когда дизайн встречается с качеством от 583 тысяч рублей, я не ошибаюсь. Вот. События. Вы можете посмотреть на экране. Реклама часов данского производителя часов Skagen. Экспонат, говорится, про Ford Fairlane. Это такой автомобиль 1947 года. Глянец эпохи. Вот он, тот самый глянец эпохи. Реклама кроссовок от компании New Balance. Вопросы и ответы. Что такое третий глаз? Но это говорится про третий глаз. Может ли большой пассажирский совершить, ну, самолет совершить посадку на авианосец? Ну, в общем, это все сказано уже. Разделяет галактики абсолютная пустота. Вот так вот. Это говорится про вот этот вот такие, так называемые черные дыры. Рекламу алкоголя я показывать не стану. Вот, вопросы и ответы опять, вот. Что такое глобальное затмение? Затемнение, да, глобальное затемнение. Ну, в чем разница между североамериканскими и европейскими хоккейными площадками? Ну, это все есть, короче. Парад технологий. Говорится про авиацию, физику, про виртуальные микробы, медицину и транспорт, как всегда. Троллейвоз. Юрис Хельмитом, гонщик Формулы-1, использует моторное масло Мобил-1 для своих болидов. Вот. Техноаппараты, еще планеры. Мультик за 5 минут и все. Вот. Не изменяй себе джип. Гранд Чероки 2012 года. Техноаппарат еще фэнтези там. Ну и, конечно, все остальное. Ну, рекламу алкоголя я показывать не стану. Итак, еще один техноаппарат. Российская подлодка у берегов Флориды. Это погружение, Вася. Реклама шин Мишлен X-Ice Nord 2. Тормозной путь на льду, короче, на 10%. Вот. Обратите внимание, вот, эти шины являются рекордсменами
Они опередили другие шины в журнале «За рулем» за октябрь 2009, сентябрь 2010, сентябрь 2011 года. Арсений Иванов напишет в комментарии, но не в чат, поскольку чат отключили, и вот он скажет, что у него есть такие номера. Идем дальше. Электроника, ветер, это тоже типа на аппарат относится, здоровье, и все. Реклама сигарет, фу. Техношоу, выстрел в сторону термояда. Велик по имени Щепка. Вот. Выползающий из моря и лихого раскачку. Космические дожди. Вот. Это про Землю. Это бомбардировка. Это вот такой у нас состав дождей. Реклама кроссовок от компании Gore-Tex. И еще опять наука. Вот. Адидаска. Наша с вами. Галактика как биосфера. Это гипотеза. Недоразвитые первопроходцы. Это говорится... Это о том, что человек может превратиться в обезьяну, как ни странно. Вот. Это все говорится об этом. Вот. Олимпийская наука. Говорится про хронометражный рекорд. Вот. Смотрите, вот вы можете посмотреть на экране, что там творится в олимпийских рекордах. Вот, экспериментируй это. Вот, это реклама смартфона HTC One X, еще 2012 года выпуска. А, Samsung Galaxy S3. Я уверен, у кого-то, у подписчиков своего канала могут быть Samsung или нет. Вот. Но сейчас не об этом. Космический клондайк. Это у нас про небесные тела. Воду, металлы можно искать в космосе. Вот. Астероид пойман, готов к доставке. Это доставка этого астероида. Электрические крылья. Это электрические... Электрические крылья, это у нас, вот, какой-то там вертолет, я не знаю, а это как называется вертолет? А, самолет, мотопланеры, Вася. Вот, это такие вертолеты, самолеты, да какая вам разница? О, Аркус Е, все есть. Реклама процессора Snapdragon от Qualcomm. Вот, даже есть. И 845, и 855, и все остальное, Вася. Да. Меньше хлопот, больше гибкость, больше времени, шире общение, больше творчества, еще динамичнее, ярче воспоминания, выше комфорт и больше безопасности. Жизнь в эпицентре. Это говорится про землетрясение. Это неизбежная вещь, как всегда. Вот. О том, дома могут развалиться, как ни странно. О, даже один человек успел поставить лайк. Ну, в общем, но сейчас не об этом. Вот. Все технологии там есть. Вот, интернет-банк. Это у нас банк Авангард. Реконструкция шума. Говорится про шум. Имитации. Имитации все есть. Руки на стоп, это у нас вот такой у нас тач, жидкокристаллические телевизоры, ну, это компьютеры. 1,5 футбольных поля, это технология, про вентиляторы и вообще все электричество, говорится. Облака рулят, это компания Ford. Личность, вот, пол, маска Ренос. Это кто-то мне пишет, да нафиг. Вот, это про Ford, говорится про Ford Explorer. Недокументированные функции, это в космосе, это фантастика, это фантастика. Антигравийные пленки от компании 3M, для того, чтобы от сков и царапин избавиться, вот, фантастика.
Все есть. Вот кубик Рубика. Фанат журнала «Популярная механика» Станислав Протасов. Журнал «Популярная механика» в 2012 году исполнилось 10 лет. Вот популярные лектории. Это компания Lenovo. Сайт renta.ru. Небесный молот для авианосца. Что бы еще? Вот, реклама популярной механики в соцсетях. Это у нас Facebook, ВКонтакте и Google+. Хотя Google+ уже не существует со 2 апреля. Так вот. Итак, подписка на журнал «Популярная механика» на электронной версии, бесплатной лайт-версии, печатной. Стоимость годовой подписки в 2012 году составляла 1244 рубля. Вот, про автомобили, автофишка, мини-родстер, Kia Ceed, Audi A8 гибрид, Nissan Juke, R. Уроки вежливости, это автоликбег, ну, как обзоры. Infiniti QX56. То, что надо. Мистер Гаджет рассказывает о приборах. Вот. Toyota GT86. Цифровой ТВ от онлайн. Глубинохвод. Телевизор LG. А, часы от компании Tissot. Я и друг. Мой телевизор LG. Только что сказал. Новая девятка, это ноутбуки Samsung с процессором Intel Core i5 третьего поколения, брутальная мягкость, это у нас, конечно, это гель после питья, если я не ошибаюсь, блеск компактной кокси, это у нас пылесос барбекю лодка, это про BBQ board, не отглядывайся, но все остальное, как по маслу, это у нас моторное масло. Мобил 1, переград нет, это у нас про машины Нико Вапортах, Вапортс Р, бок из машины, стиральные машины компании Карине, это еще в Чехии, если ошибаюсь, звук с собой, это колонки, вазаны, это рука и личные вещи, Арудина, волонтер.ру, небеса и паруса. Тема адреналин, парение, говорится, и про самолеты опять. Арудина всемогущая, это у нас вот такой вот у нас прибор. Умный чип, контролер, амперочка и все остальное. Ангар 21, это говорится про Red Bull Subbox Race, это такие самые лучшие гонки. Комбайна Гидон, говорится про грузовики, которые, и дерби. Да-да-да. Многообразие видов крысофича. Это говорится про эти вот вдохновения. Артефакты. Как ни странно. Рождение электроники. Ну, это вот так вот. Говорится про лампы. В общем, сами вот посмотрите. Ну, в общем, так вот, реклама «Зверь» и еще Nissan X-Trail. Ну что же, обзор журнала «Популярная механика» за сентябрь 2012 года, номер 119, подошел к концу. Спасибо, что вы ставили палец вверх, но обязательно подписывайтесь на мой канал, так как еще больше будет обзоров. А также не забудьте нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч на интернет-телеканале Variusz77.